Этот фильм представляет собой адаптацию библейских историй. Внимание! Фильм содержит сцены насилия. Ранее в сериале. Господь вывел нас из Египта! Обещал эту землю нам! Скоро она будет наша! Иерихон наш! Если повиноваться Господу, нет ничего невозможного! Израиль! Израиль! Чего же вы хотите? Царя. Царя? Они поработили людей. Их выбирал не Господь. Саул, помазываю тебя в первого царя Израиля. Ты наш пророк, но я твой царь. Что Бог дал, он может и взять. Юноша, как твое имя? Давид я! Давид, отныне люди хотят, чтобы ты их защитил и объединил. Наше время пришло. Да, мой царь. Иерусалим, наш новый дом. Давид, ты сплотил народ Божий на земле. Я верна своему мужу. А своему царю? Думаешь, Бог ничего не видит? Пророк! Царь никогда не будет выше Бога. За то, что ты ослушался Господа, он пошлет несчастье на твой дом. Библия. 400 лет спустя. Все, за что боролись израильтяне, вот-вот могло рухнуть. 21-му царю иудейскому Сидекии угрожали сразу две великие силы. Он заключил союз с Египтом, но был обязан служить Вавилону. Новость о его предательстве достигла вавилонского царя Навуходоносора. Городом мира! Иерусалим! Иерусалим. Со времен Давида царей направляли пророки, такие как и Иеремия. Они напрямую общались с Богом. Но предостережения Иеремии остались незамеченными. Теперь он принес Сидекии последнее послание. Сдаться Навуходоносору или погибнуть. Неверующий народ! Нет! Пророк. Что это значит? Это твое. Если ты мудр, надень на себя ярмо царя Вавилонского. Прими кару Господню, и тогда он будет снисходителен к тебе. Это слова Бога! Покорись царю Навуходоносору, склони голову! Не смей говорить царю, склони голову! Не смей сомневаться в словах пророка! Ты сбился с пути! Ты должен измениться! Да. Уведите его, предатель! Бог нашлет проклятие! Из Вавилона! На Иерусалим! За ворота! Вавилоняне идут! Слишком поздно!
Ворота заперты? Да, мой царь. Никто не сбежит. Нам пора. Спустя 18 месяцев среди израильтян начался голод. Отчаяние породило каннибализм. Уйди! Он наш! Лучники, готовьтесь! Целься! Ты не замолвишь слова в час нашей нужды. Ничего не изменилось. Иерусалим будет сожжен. Ты писал: покайтесь, покайтесь, и все обойдется. Бог нас спасет! Взгляните туда. Вы опоздали. Сейчас. Сейчас! Еще раз! Бейте! Сильнее! Еще! Сильней! Сильнее! Сильней, победа будет наша! И еще раз! А то, что осталось от Иерусалима, то все ваше! Иерусалим был уничтожен, а Сидекии и его сыновья бежали через секретный тоннель. Вы должны быть храбрыми. Обещайте. Не волнуйтесь. Вас спасут. Быстрее, сюда. Его народу повезло меньше. Иерусалим наш! Иерусалим наш! Покарайте их за неповиновение! Пусть заплатят! К храму!
Сжигайте все! И сожгите их храм дотла! Мы потеряли все, за что боролись. Со времен Авраама иудейский народ сражался за землю обетованную. Теперь надежды и чаяния целых поколений были уничтожены. Среди тех, кому удалось бежать, был знатный юноша по имени Даниил. Сюда, Даниил! Заперто. Даниил, встань за меня! Стой! Эти не из простых. Взять их живьем. Азари! Даниил! 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 Азари! Даниил! Нет, мы избранный народ. Держитесь вместе! Азари! Давай. Найди Сидикию и его семью. Слушаюсь. Это расплата за предательство. Не волнуйтесь, мои мальчики. Мы спасены. Бежим! Сидикия! Идем, идем! Эй! Оставьте их! Прошу вас! Царь Сидикия! Отец! Отец! Прошу вас! Ради бога! Не убивайте их! Пощадите! Пощада. Ты никогда ее не увидишь. Взять ее. Иудейский народ увезли с его земель. Далеко-далеко на восток. В Вавилон. Шагай! Шагай! Встань, живее! И Иеремия был одним из немногих, кто спасся. Он направился в Египет, чтобы не возвращаться.
лишился своего пророка, города и цели. Азария, поднимай! Шагай, шагай! Бегом! Чтобы выжить в Вавилоне, иудейский народ должен был выбрать другого правителя. Такого, как Даниил. Вавилон. Даниил обладал пророческим даром и был вынужден служить при дворе Навуходоносора. Ничего не хотите сказать мне? Кто-нибудь знает, что мне приснилось? Молчание – это не ответ. Я думал, вы мудрецы, кудесники, провидцы. И что же вы видите? Царь, прости меня. Никто не читает твои мысли. Тогда от вас никакого толку! Кроме Господа. Он сказал мне об этом. Значит, ты опишешь, что я видел во сне. Во всех подробностях. Ты видел истукана, громаду. Голова сделана из золота. Огромный камень попал в истукана, разбив его вдребезги. Я знаю без тебя! Что это значит? Истукан – символ империи, грядущих за этой. Твоя величайшая золотая голова. А камень, уничтоживший истукана? Это царствие Божие. В будущем Бог будет править во всем мире. Вечно. Уничтожен Господом. Да, царь. Назови свое имя. Даниил. Ты храбрый человек, Даниил. Я уважаю таких. Будешь служить мне. Делай, что скажут. Вернемся ли мы в Иерусалим? Иеремия обещал, что да. Когда-нибудь. А теперь нам что делать? Покорно служить этому чудовищу? Я больше не могу. Подумай о нашем народе. Пока мы при дворе, мы ему поможем, а из могилы вряд ли. Навуходоносор уничтожил Божий храм, увез нас на чужбину. Меня зовут Азария, мне помогает Господь. Я обращусь к Богу, и Он мне поможет. Не покоришься, Он тебя убьет. Стану ему поклоняться. Нет!
Ты направляешь наши сердца. Поклонитесь! Я ищу твоего присутствия. Ты направляешь наши сердца. И убоюсь. Я ищу твоего присутствия. Привести! О, мои друзья. Веру вашу ждет испытание. Даниэль! Что это с ними? Почему твои друзья не поклонились мне? Царь, они служат тебе верой и правдой. Жизнь готова отдать, но... Но? Поклоняются они только Богу. Я заставлю их поклоняться. И убоясь, я ищу твоего присутствия. Что надо, чтобы погнуть то, что не хочет согнуться? Что нужно сделать? Надо бросить это в огонь. Господин, взять его. И убоясь. Я ищу твоего присутствия! Господин, сжачь их! Ты господин, нет! Сжачь их! Дрова! Нет! И убоясь! Принесите дрова! Масло сюда! Быстрее! Факел! Пожигайте! Господь, услышь свою молитву! Узы смерти опутали меня! Смертельные муки поглотили меня! Узримые слезы! Я преодолею свою боль! Верю во имя Господа! Он нас спасет! Господь, услышь меня! Услышь меня! Прошу пощады для моих друзей! Врагов заклини позором. Почему они не сгорели? Господь. Народ иудейский, встань! Бог с нами! Он с нами! Он с нами! Чудо в пищи огненной объединило иудейский народ. На чужбине их вера в Бога не ослабла, а наоборот укрепилась. Заповеди, которые Моисей получил на горе Синай, сохранились. К ним добавились книги об Иисусе, Самуиле и царях. Они стали основой Священной Библии. Иудейский народ сохранил веру, но остался пленником. А единственный, кто мог их освободить, лишился рассудка. Вот и все. Навуходоносор, великий царь и подлейший человек на Божьей земле. Видишь,
До чего тебя довела гордыня и нас? Ты мог нас освободить. Теперь мы в тюрьме, как и ты. Держи. Новый царь скоро придет. Господи, прошу, пусть он нас отпустит. Через несколько лет после смерти Навуходоносора к Вавилону приблизилась огромная армия. Ее вел Кир, царь персидский. Сообщи им, что мы здесь. В Вавилоне не знали, что им не выстоять. Они впустили Кира без борьбы. Нас освободит, если верить пророчеству. Чтобы защитить иудеев, Даниил подружился с Киром и продолжил толковать сны. Что означает твой сон, Даниил? Это не мой сон, царь. В Вавилоне есть пророк Исаия. Он сказал: «Вот царь, которого я держу за правую руку, чтобы народы покорились ему. Его зовут Кир. Он назвал тебя, царь. Господь с тобой». Думаю, ты льстишь мне. Но от лести еще никто не умер. Царь совершил много великих деяний. Так здесь записано. Да будет так. Царь Кир, царь всего мира. Но он внемлет каждому слову Даниила, словно не способен мыслить сам. Даниила придется убрать. Один месяц без молитвы. Отказаться может лишь предатель. Я не откажусь от своих слов. Я освобожу их, если они будут молиться. Это лишь проверка их верности. У них было много правителей. Нужно убедиться, что ты для них единственный, последний, царь всего мира.
Один месяц без молитвы. Возможно, для Кира это разумно, но они знают, что это не для нас. Они заботятся не о царе. Им хочется обрести над нами больше власти. То есть убрать тебя с дороги. Это ловушка. Нас хотят умертвить. Один месяц. Что же нам делать? Я не знаю. Но уверен, что без молитвы не смогу жить. Спаси меня, Боже, своим именем и помилуй меня по великой милости Твоей. Сотвори во мне сердце чистое, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и дух не отними. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. За неповиновение Киру Даниила схватили и приговорили к смерти. Великой милости Твоей. Царь, ты нездоров? Я не спал. Моли Бога, чтобы я успел. Может, позвать знахаря? Я ошибся в друге. Открывай. Даниил.
Господь с тобой. Твой Бог существует. Это Он тебя спас. Да. Я Кир, царь мира, и вот мое решение. Твой народ вернется в Иерусалим. Их Бог будет рад. К сожалению, у них уже нет храма, чтобы молиться им. Бросьте его львам. Это из храма в Иерусалиме. Он прекрасен. Его никто не трогал. А здесь, в Вавилоне, я не буду им пользоваться. Наши дети будут. Они вернутся в Иерусалим, восстановят храм и возродят наш народ. Борьба закончена. Я тебе кое-что покажу. Пойдем со мной. Вот. Наш народ возвращается домой. После 10-летнего плена. Все как один. С надеждой и устремлениями. Они долго этого ждали. Но я опасаюсь за их будущее. Я видел сон. Огромное чудище. Смертельное и страшное, невообразимо сильное. С железными зубами оно поглотило весь мир. Но Бог нас не покинул. Я видел нового правителя. В моем сне передо мной встал Он, Сын Человеческий, сошедший с райского облака. Он обладал силой, славой и суверенной властью. Народы и простые люди все поклонялись ему. Это начало, Азария. Это начало. Иудейскому народу будет непросто выжить в будущем. В последующие 500 лет на этот крошечный народ нападали снова и снова. Потом они пали под могуществом Рима. Из-за римской жадности, римских законов, римского наказания никогда еще израильтяне так не страдали. Каждый день люди молились новому царю Давиду, чтобы он привел их к спасению. Но не все согласились ждать. Идем! В Иерусалиме над новым иудейским храмом воспарил римский орел, осквернив их веру. Его надо было низвергнуть. Скорее! Остановитесь!
следующей серии. Мария, моя невеста, у тебя самые прекрасные глаза на свете и чудесная улыбка. Скажи, что ты думаешь о новом царе? Разве ты не видишь Ирода, царя иудейского? Конечно. Тогда кого же ты называешь царем? Никого. Он еще не родился. Но есть пророчество о путеводной звезде. Убейте их! Убейте их всех! Держись! Я крещу вас, чтобы подготовить к новому царству. Когда вы очиститесь, очистится весь Израиль! Народ стекается к этому дикарю Иоанну. Кто-то называет его Мессией. Наш сын, наш сын. Тогда внимательно следи за этим Мессией. За мной идет муж, который впереди меня. Он будет крестить огнем. Я лишь глаз вопиющего в пустыне готовлю путь для... Господа. Он здесь. Здесь, чтобы отворить сердца людей. Приказ царя. С инакомыслием нужно покончить. Что же нам делать? Менять наш мир. Наступит новая эра праведных и справедливых. Его сила приведет людей в новый мир. Все народы! Друзья, наш канал нуждается в вашей помощи. От чистого сердца вы можете помочь в распространении христианской веры. Подробная информация указана в описании к видеоролику. Спасибо вам. Да благословит вас Бог. Аминь.